Я не могу элементарно ворота зайти, потому что их, блин, нету. Такого-то я вообще не предусмотрел. Баги в Бравл Старсе? Что? Такое тоже существует. И я тебе, конечно же, покажу один из этих багов прямо сейчас. Тррррр, всем привет, с вами Кубик. И добро пожаловать на новый офигительный видосик, в котором я тебе прямо сейчас покажу баг в Бравл Старсе. И наш баг будет сегодня в Бравл Боле. И мне, кстати, его скинул подписчик. Возможно, что об этом баге уже знает абсолютно каждый человек. Но если ты о нем не знал, обязательно напиши это в комментариях. Ну, когда подписчик мне его скинул ВКонтакте, я вообще просто офигел! Он меня позвал в катку, я с ним зашел, и оказывается, наш баг заключается в том, что можно бегать по одной такой территории, очень секретно. Если ты знаешь какой, напиши тоже это обязательно в комментариях, пока я этого не показал. А пока что я хочу взять и сделать небольшое оформление нашей карты, потому что не сразу же баг тебе показывает, это что вообще за фигня тогда будет? Ведь наш баг нужно еще заслужить, а чтобы это сделать, нужно просто взять и поставить лайкос на это видео. И вот ты давай пока что лайки ставь, я сейчас быстренько тут все доделаю, и потом, конечно же, покажу тебе, в чем заключается наш баг. Эх, жалко, здесь телепортов нет, так бы я их тоже заюзал. Но, в принципе, ничего страшного. Я думаю, то, что мы и без телепортов, конечно же, обойдемся. В общем, смотри, вот такое вот у нас будет небольшое оформление нашей карты, чтобы карта была немножечко посложнее. Ой-ой-ой, зачем я это поставил? Случайно на кнопку, блин, нажал, вообще на это нифига не планировал. Так, это мы быстро убираем. И все. А у меня в комментариях ходит такая легенда. Если прямо сейчас взять, поставить лайкос на это видео, подписаться на канал, поставить колокольчик и написать в комментариях, какого бравлера ты хочешь, то ты его обязательно выбьешь. Но я, походу, нашел небольшой баг в этой легенде. Чтобы она сработала, нужно написать длинное сообщение. То есть нужно написать сообщение полностью. Я хочу выбить и того бравлера, которого ты хочешь выбить. Например, я хочу выбить бравлера Лу. И тогда будет намного больше шансов, что он тебе выпадет. В комментах у меня очень много раз писали, что этот баг реально работает, поэтому проверяй. Теперь самое главное, что нам нужно сделать, это просто взять и наши ворота немножечко, так сказать, заставить. А это мы будем делать с помощью наших стенок. Я, конечно, некоторые стенки кривовато поставил, вот так вот, вот эти нужно убрать. Ага, а здесь что-то у нас не работает, подожди, почему с этой стороны территория нормальная, а здесь нам не дает поставить? Проблема, проблема, ламба, а что за фигня-то? Эй, алло, Бравл Старс, какого фига, это что, можно делать только с одной стороны, серьезно? Походу, реально, смотри, когда я ставлю здесь блок, у нас сразу все загорается, а с этой стороны у нас все нормально. Эй, с какого фига, я не понимаю. Кажись, я нашел баг внутри бага в Бравл Старсе. Это по-любому заслуживает наших лайков, потому что на такое я вообще на самом деле не рассчитывал. Ладно, так уж и быть, видимо, у одной команды будет небольшое преимущество, потому что у нее будет больше территории, и она сможет бегать прям... Эй, эй! А сейчас-то тебе что не нравится? Короче, что-то вот эта фигня для меня становится какой-то максимально непонятной. И знаешь, что я думаю? Что нужно просто взять и сделать вместо нашей стенок коробки. Вот с коробками у меня точно все получалось. И все получалось вообще супер гуд. Так, все, здесь работает ли? Ставим вверх. А вверху не... Да елки-палки, Бравл Старс, помоги мне уже нормально все это построить. Так, получается, здесь мы это убираем. Сюда мы наши блоки, конечно же, ставим. Теперь получается снова какая-то дичь. Алло, Бравл Старс! Что за подстава? Почему баг не работает? Сохранить? А ничего. Они это пофиксили? Не-не-не, сейчас я своего добьюсь. Сейчас я обязательно такое построю, чтобы у меня все сработало. Но, блин, пока что у меня все идет вообще наперекосяк. А баг, который я смотрю в нашем видосике, мне скинул подписчик. И вот его скриншот. Просто он очень сильно хотел, чтобы я записал с ним видосик, но не получилось, поэтому я просто вставлю его скриншот. И если ты знаешь какие-нибудь новые баги в Бравл Старсе, обязательно мне о них пиши. Короче, походу, все-таки пранк у меня вышел из-под контроля. Здесь я, получается, поставил, а здесь нам не дает поставить. И давай, короче, нашкой попробуем просто взять и заполнить все это пространство. Но, блин, у меня и до этого получалось все точно так же нормально сделать. Теперь мы, короче, нажимаем сохранить. Фух, хотя бы сейчас он мне дал сохранить эту карту, а теперь осталось ее просто немножечко затестировать. В общем, пока я строил карту, я дал задание подписчикам, чтобы они тоже построили карту с багом в Бравл Старсе. И вот, вот одна карта от нашего спонсора, от моего модератора на канале, от Максушки. И у него все работает, потому что... Короче, так сказать, небольшой спойлер. Я построил карту, мы на нее зашли, и у меня там баг не работал. Я не понял, каким образом, а почему здесь работает? Что я, блин, сделал в игре не так? Я не понимаю. Так, давай сейчас попробуем проверить на карте подписчиков, точнее, на их половине. Мы забегаем прямо сразу же вот сюда, и у нас тоже работает. Кстати, на этой карте играть намного прикольнее, потому что можно забивать прямо сбоку. Смотри, мы просто сюда забиваем мяч, и он сбоку залетает в ворота, и все равно гол засчитывается. Что вообще, как это в Бравл Старсе работает? Непонятно. А почему у меня-то не работало? Вот я тебе сейчас даже докажу. Смотри, вот смотри, вот мы оказались на той карте, которую построил я. Мы забегаем сюда в бок, и у нас нифига не происходит. Я просто упираюсь в забор. Что? Карта же построена точно так же, я точно так же закрыл все ворота. Что я сделал не так? Подскажите мне кто-нибудь, пожалуйста, если вы знаете это в комментариях, напишите мне, а то что-то для меня реально таким-то вопросом остается. А сейчас мы затестируем карту нашего подписчика, потому что моя не работала, и вот мы эту карту сейчас затестируем в действии, и посмотрим, кто же все-таки здесь победит. И, короче, сейчас,
Сейчас в нашей команде играют полностью все спонсоры. У нас там, правда, один за ФКшу. У него даже Лу есть. Нифига себе, где он его взял-то? Так, мне нужно немножечко отхилиться, потому что возникает какая-то проблема. Пошли нафиг отсюда. Ай! Ворота же не сломали! А как я гол-то буду забивать, чуваки? У нас проблема! Я не могу элементарно ворота зайти, потому что их, блин, нету! Такого-то я вообще не предусмотрел. Окей, сейчас мы быстренько отыграемся. Нужно сейчас нам как-то ворота сломать. Почему я про это вообще не подумал-то, блин? Надо было брать персонажа, чтобы взять и сломать ворота. Ах, да, проблема, проблема, проблема. А, так у нас есть Тара, в принципе, которая ворота может сломать. Только Тара, тебе нужно делать правильно. Она с нами не в дискорде, черт! Так, опа-на, у нас ворота сломали, это уже фигово, потому что у противников больше шансов затащить. Ну-ка, идите все нафиг отсюда, и отстаньте за своими тут персонажами, чуваки, нам нужно гол забить. Нужно придумать, как нам сломать ворота. Тара, пожалуйста, Тара, единственное, ты только сможешь сломать ворота, ты должна догадаться сломать у них ящики. Но, блин, Тара, ты с нами не в дискорде, это реально самая настоящая проблема. Она накопила ульту, ну не туда ты ультуешь, Тара, читер, 0-0-0. Ах, блин, походу здесь в этой катке ГГ. И все-таки команда противников здесь затащила. Да, как я и говорил, они забили гол, а мы этого элементарно сделать не можем, потому что ворот в Brawl Stars нету. Вот, блин, проблема. Это, а чуваки, а может вы нам поможете? Может быть там Лия сломает у них там ворота или что-нибудь такое? Нет? Потому что с этим бравлером я сижу в дискорде, но... Видимо, нифига подобного. Поддаваться нам, конечно же, никто не будет. О, нет! У них ворота сломали! У нас есть шанс затащить! Чувак, давай-давай-давай! Блин, тут гол. Фух, 1-1. Ладно, ну это, конечно же, нам потому что подались. У нас потому что не было вообще другого шанса отыграться. Так, мы быстренько закидываем сюда нашу ульту. Ё-моё. И нам нужно сейчас вот это на ней быстренько от... Да ё-моё. Чуваки, мы должны отыграться, мы должны отыграться. Оборотень, главное, не слейся. Ну, походу, это ГГ. А, нет, смотри. Максушка не смог гол забить. Ага. Обломался, да? Тебя просто Тара взяла и притянула, а мы сейчас возьмем и, конечно же, гол вам забьем прям в ворота. Тихо-тихо-тихо-тихо. Заморозка, заморозка, вообще не вовремя. Читер 0-0-0, тебе нужно было забить гол. Ну, блин, мы на этом льду вообще просто капец как катаемся. Так, тихо, кто там сюда бежит? Ага, понятно-понятно-понятно. Отстаньте, отстаньте. Они мне даже не дают элементарно мяч выкинуть. Ну ничего, ща мы забьем, ща мы им гол, конечно, забьем. Не переживайте. Тихо, опа-на, раз. Максушка, пошел нафиг и... Да, да ну я не успел до мяча добежать! Читер 0-0-0. Сейчас победа в твоих руках, у нас остается 15 секунд, и ты должен просто взять и забить гол. Ну ты почему не попал-то, блин, ё-моё! Оборотень, давай, оборотень не попал тоже, он ультанул, но не в ту сторону немножечко. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да чё у нас за заруба-то такая бешеная получается? Просто... Ничья. Ну ладно, походу в этот раз у нас победила дружба. И если тебе этот видос понравился, обязательно не забывай подписываться на канал. И не забывай, что прямо сегодня у меня на втором канале будет стримчанский. Он уже где-то здесь тоже появился, так что не забудь на него нажать, чтобы стрим по Майнкрафту, конечно же, сегодня не пропустить.